сильно занят. Я потратил столько времени. У меня жизнь на то ушла. Чтобы до всего-то дойти, вот это, у меня запрещали 5 тюрьм и лагерь смерти. Как политзаключенный. Я это составил не в 3 дня, а повыше того. Вы же сейчас едете, а вот сегодня... Я хотел ему подарить, но не за очередь, это даже не шанс какая-то. Да, мы буквально на 3 минуты благословили семью. Автор, Ник. Это лучше за 2000 лет издания. Ну что ж, я в такую даль ехал, не допустить, да разве владыка согласится с этим? Если бы так, сегодня было время. И вот это вот я все хотел бы подарить. Отец Михаил, а как мне туда взять? Вы в Google одно слово зарядите, Игнатий, мое имя, она сразу выйдет в лампу. Нет, я здесь, это простой телефон. Да. Алло? Да. Получил, да? Иван Васильевич? Нет, нет, точно не приеду. Я понял, Василий Иванович. А, да-да-да. Хорошо. Вот где у меня этот самый... Дурацкий телефон, я нигде не собираюсь. Скажите, Владимир, мы приехали за 1000 километров, вижу на юг горе. Как он будет рад? Батюшка, поверьте, когда мы уедем, когда будут считать, он скажет, почему же раньше не стоит. Ну так вы бросите семья на горости и без очного встречи. Ваши книги за вас будут свидетельствовать. Да. Что наши слова? Слова наши, да. И обличие наши никуда не уйдут. А? Сейчас.